Всем привет, ребята! Сегодня я оказался в воде. Так что это ничего страшного. Так что давай что-то сделаем. Мы должны построить самый крутой дом. Вот поставим камешек. Ну, дом на дереве не особо хочется. Беру я и лесенку. Вот, нажимаем на крышу. Так вот, лесенки. И теперь вы хотите что-то я вам скажу? Да, Майнкрафт можно скачать бесплатно мне. Оплатного. Теперь ставим дом. И теперь нас зашел. Вот так вот профессионал делает все. Когда не падает. Вот так вот. Досочки. Все, чики-буки будет. Так, еще у нас солнце. Так что у нас еще и время есть построить дом. Надеюсь. В прошлый раз у меня была реклама. Сегодня я включать рекламу. Вот это теперь нам не нужно. Это тоже. Короче, вот эти башки нам нужно сломать. Какого лешего оттуда овцы? Из них обычно выпадает одна из них шерсть. И даже еда. Так что это видос не выглядит. Выключать рекламу. Просто нажмите английскую букву, тогда она темная, и если на светлую нельзя, то вы попадете, наверное, в Google карту или куда угодно. Так что никогда этого не делать. Так, уже будет сложно. Чего? Нет, спасибо. Короче, мы уже ломаем вот эти. Они нам не нужны. Но мы вот так вот еще. Так. Сегодня это выглядит как будто я на одном блоке выживаю. Но я все-таки в творческом режиме, потому что живу. Выживая мне сложно, так что я выбрал творчество. Теперь строим дом. Странно. Почему я так сделал? Ну ладно, сломаю лежание. А! Вот это поворот. Подлиннее. Готово. Так, теперь нужно отстраиваться. Когда я падаю, случайно в пропасть, я всегда делаю. Так, нужно нам залезть на эту елку. Теперь мы улучшаем досками. Дубовыми. Все есть. Доски из... Короче, дубовые доски. Я их выбрал, потому что они такие, почти как береза. Так что я их выбираю. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет с тобой. Какого лешего, ребят? Продолжить игру. Короче,
Я вот так случайно падаю. Так что не злите. Все равно еще. Всегда говорю, что я похож на нубика и не профессионал. Ладно, буду строить, как я хочу. Ну, короче, дом на дереве это просто жестко. Еще нам нужны остатки. Наверное, солнце садит. Блин, нам нужно вот сюда. А если солнце горит? Какого лешего, блин, ребят? Так. Теперь мы берем кустик. Кустик у нас, как всегда, такие. Нормальные еще у нас есть головы. Есть череп скелета. Чё? Ну, короче... А, блин, не за девочку. Ладно, ладно. Ладно, можно одеть... Вот это. И теперь. Странный девчуля. Ладно. Нашим это. Иди ты, маска. Нахрен. Блин. Что делать? Да и ладно. Ладно. Ну, на дерево можно. Чего? Желание это показывало. Ладно. Давай возьмем кое-что. Броня нам точно поможет есть. Кожная, алмазная. Короче, ни заритовой нету. Это скинкрафт. Так что я хочу построить. Просто, не знаю. Давай построим дом, короче. Печка. Она нам должна быть. А вот крест, ребят. Какого лешего? Что-то нажимал на крестик. Продолжить игру. Так. Ладно, нам нужен верстак. Ставим мы его. Потом берем блок. Вот такой вот. Потом мы делаем. Люк. Потом нам. Нужен люк. Потом ломаем вот это. Потом ставим вот так. Короче, вот такие. Закрывает вот так. И все против. Сейчас вам покажу. Сложняк или не сложняк. Снег. Так что я сломаю. Действительно, я похож как в выживании. Не знаю. Пишите в комментариях. Чего? Кайкула. Лесь жрал. Ребят, Stands of 2. Прикольное название. Ну ладно. Продолжаем. Нам еще нужна кровать. Как же без кроватки? У нас только есть красная. Нам нужно еще дубовые доски. Уже монстры просыпаются. Так что надо... Скорее все делать, я не знаю, станут они тут или нет. Короче, все закрываем,
Стекло тоже нам поможет. Это нам нужно. Вот это потом стекло. Быстро все делаем, потому что уже монстр по 40 раз рассыпается и в мультике. Что-то. Зомби, они вылезали из песка, потому что они были в пустынной деревне, эти чувачки. Так что быстрее. Вот такое вот окно у нас будет. Хотя не, нужно три блока. Наверное, 2 на 2. Можно 3 на 3. Блин, уже ночь, ребят. Так что, не делитесь, не психуйте. Ой, я вижу уже там крипер, зомбак, паук. Какого лешего? Ребят, это просто ужас какой-то. Я видел, что крипер, он появлялся. Я не испугался, потому что я бесстрашный. Так, я включаю это. Извините, что я больной. Рыжий, я в соплях. Так что не расстраивайте, не психуйте. Не переживайте, со мной все в порядке. Просто я заболел. Наверное, долго босиком по ладной плиткой. Так. Да. Потом опять печка. Ну ладно. Это кирпично. Так, опять печка. Печку. Ну, допустим, так. Короче, я хочу дом патриотичный, но чтобы его сделать, нам нужен еще флаг Украины. Из блоков. А для этого нам нужен алмазный и золотой блок. Так что это будет несложно. Блин, зомби ко мне идет. Или кому? Напишите в комментариях. Потому что я не знаю, кто это. Почему зомби? Он захочет ко мне прийти. Ладно, давай поставим факел, чтоб не было страшно, а то я набрую свои штаны. Так что я хочу еще поставить картину Репина. Ну, картина Репина не совсем, наверное, будет. Так что я вот так. Конечно, это не смешно. Ну ладно, берем. Значит, картину. Я хочу небольшую. Большая. Маленькая. О, крипер! С этой черепахой. Интересно. Ладно, такую картину оставим. Она двойная. Ну, короче, я хочу вызвать своего друга. Для этого нам нужно жить на крестик. Он не получит. Ну, хорошо. Кстати, мой друг Владя заболел, так что не переживайте за него, я тоже. Хворию, так что не психуты. Так, выход. Короче, нам нужна защита. Алмазная. Потом золотую броню. И, наверное, теперь нам нужно вот это. Вот это да, я. Ну ладно,
что я такое буду. Ложимся в кровать. Встать из кровати можно. Ну, когда-то я получил достижение в War Thunder. Кстати, скачивайте War Thunder бесплатно. Получайте крутые бонусы, чтобы вы были самые крутые на районе War Thunder. Короче, заезжайте на этот район. О, Кипер! Ладно, чуть-чуть вам рассказал. Так, я хотел построить Украину. Так что я беру вот это. Потом алмазный блок. А в печке железный меч. Так, и типа мы делаем замечательный дом. Не совсем похоже на дом. Так что я это сделаю сначала золотого блока. Делаем очень большую базу. Так, не туда, вот туда. Чего? Это что, Роблокс? Ты что? Обалдел? Он что, взял холодильник? Ты что, вообще опупел? Уже взял такой малюсенький холодильник. Карандаш. Ну, он будет быть маленьким. Потому что когда он уже этот Роблокс подрастет, то круто. Карандаш будет маленький. Еще. Продолжим игру. Так. И нам нужно подняться. Как бы сказать, строим алмазные блоки. Ну, потом ставим опять вот такую вот вышку. И вот так вот. Так сделаем. А! Я упала, ребят. Не расстраивайтесь, потому что я стараюсь быть профессионал. А ты? Короче, и вот такая вот Украина у меня получилась. Ставьте лайки, если понравилось. Короче, так, остальное точно, у меня еще земля есть, блин, я что-то запутался, я грязь, смотри, грязь, а, вот зомби, все, я такой подошел к нему, так, я хочу сделать, давай, тыкву вырезанную, вот такая. Вот так вот делаем. Вот так вот. Потом можно подняться и делать голема. Вот. Смотрите. Железный голем. Он теперь будет... О, смотри. Спаси меня, голем. Пожалуйста. Хотя он защищает. А, он ищет мобов. Ну, там мобы. Иди. Иди давай. Ну, ладно. Если с ними сам отберусь. А ты сам. Ну, ладно. Ладно. Пускай будет помогать. Моб! Мистер зомби. Я что, первого удара? А, он тоже горел. Мистер паучок. Он не может гореть, потому что... Это паук, зомби какой-то или скелет. О, его появился. Ну, тогда давай сделаем ловушку. А какая ловушка у нас будет? Допустим. А что, можно молоко пить? Нет. Ладно, ладно, давай теперь... Берем ведро с водой. И делаем. Ну, короче, вы поняли.